Сегодня на базе арт-пространства «Фактура» проходит образовательный интенсив «Продвижение товаров ручной работы. Теория и практика». Мы приготовили для руководителей клубных формирований города Новосибирска образовательную программу, состоящую из 4 воркшопов, лекций и мастер-классов, которые охватывают все, что необходимо мастеру для того, чтобы его изделия стали узнаваемыми, продвигаемыми. И, конечно же, это подходит для руководителей клубных формирований, молодежных центров, комитета по делам молодежи, мэрии города Новосибирска. Мне понравился интенсив весь, в принципе, очень интересно. Классно, что разносторонняя направленность, и по Инстаграму нам рассказали, и тренд рассказали, и показали, как можно классно фотографировать. Думаю, всем участникам этого интенсива полученные знания будут очень полезны, и они смогут их применить уже в дальнейшем в своей работе.